Всем привет, с вами Роман Раскольников. Я продолжаю играть в игру под названием Спор. Я играю за, так сказать, мирную расу. Ну, относительно мирную. Ну, собственно, давайте продолжим. Так, торговля, значит, 500 вам не нравится. Ничего себе, вы синюю уже скупаете за 20 тысяч. Вы что, рандомно, что ли? У вас цены рандомно выдаются, выставляются, я понял. Так. Где здесь у нас друзья? С вами мы уже торгуем. А давайте с вами торговаться. Торговать. Так, торговля. Не то я хотел, конечно, но ладно. Колонь. Вот сволочи. Меня свои собственные обманывают. У этих дешевле колонию покупать. Задание. Так, нет, дипломатия меня интересует. Так, Великий Совет опасается, что заключение с тобой сделки в данный момент было бы необдуманным поступком. Можешь связаться с нами попозже. Хорошо. Так, что у тебя можно купить? Межзвездный двигатель 3. А, я вас лучше по дешевке колонии куплю. Ну давайте межзвездный двигатель 3 купим. До свидания. А, у вас еще и артефакт есть где-то. Вот он. Нет, это не артефакт, это какой-то инструмент новый. Так, эта территория принадлежит вашему врагу, который будет атаковать вас всякий раз, как только вы нарушите его границы. Вам нужно сделать выбор. Отступить, развязать войну или заключить мир. Что вы выбираете? Хочу мир заключить. Эта территория находится под контролем местной расы. А ваше присутствие здесь будет оцениться как вторжение. Так, я хочу заключить мир. Так вы наши враги, да? Эксперты, ты здесь, чтобы умолять или помогать? Здравствуй. Дипломатия. Прими наш подарок и будем друзьями. Пятьсот примешь? Так, твой подарок укрепляет нашу дружбу. До свидания. Пришлось пожертвовать, чтобы они нейтрально хотя бы к нам стали. Так, вы объекты. Так. Сколько мне там еще звездных систем осталось исследовать? Терраиндекс 0. Так, тут у нас враги. Я понял. Или нет? Так.
Опять какая-то империя. Так, что вам нужно от нас, а? Опять деньги вымогать будете или что? Что вы от нас хотите? А. А, решил, что... Хорошо, торговый путь. Так, мы вас, походу, разоряем, да? Так, надо лететь домой. Где мой дом? Я даже не вижу. Так, торговля. Да, меня это все не интересует. До свидания. Хотя у тебя может заправиться. Так. Что мы будем делать? Во-первых, мне нужна колония. Так, мне нужно найти планету. Вот, вот на этой планете у нас есть... Блин, ну ТР-индекс нужен. Так. А, нам нужно ее чуть-чуть... Так, нам нужно ее охладить и уплотнить. Охладить и уплотнить. Охладить и уплотнить надо ее немного. Так, кто там что отправил нам? А, тоже скупают. Все, типа, тоже продают свою систему. Этот праздник моды уже опустошил наши карманы. Ха. Так, вы разорились, да? Блин, сколько у вас тут всего, а? Так, что вы хотите от нас? Деньги вымогать начали. Блин, какие же вы варвары, а? Так, а эти наоборот нам дарят все. Ну ладно. Так, охладить и уплотнить атмосферу. Поступило сообщение от одной из колоний. Так, на нас напал кто-то, да, похоже? Капитан, нам нужна помощь. Пираты напали. Так, конец связи. Летим сюда. В любое время. До свидания. А, хотя давай поторгуем с тобой. Что ты можешь мне предложить? Синюю пряность. Так, зато ты зеленую очень дорого скупаешь. Я не против. Так, уплотнить атмосферу. Так, батарея. Большая батарея. Так. Генератор засухи, генератор атмосферы. Повышает плотность атмосферы. Так. Купим. А, снижает температуру. Тоже куплю. До свидания. Так, надо вернуться домой. Так, вот здесь. Так, вот здесь надо колонию устроить. Но для начала надо заняться терраформированием. Так, генератор атмосферы. Так. И охлаждением займемся.
Так, ладно. Мне надо еще живых. Так. Надо живых существ и так привести. И, конечно же, еще растения различные. Так. Для начала. Так, это у нас что? Так, давайте первый террейнс. Наросль. Это у нас наросль или что это у нас? Хотя у меня какие-то животные есть с растениями, возможно, подойдут. Придется еще закупаться инструментами, я понял. Придется еще закупаться. Так, давайте в колонии слетим. Слетаем. Так, надо в колонию слетать. А где моя колония вообще? Так. Так, вот тут у меня обосновались. Но это мне не нужно. Меня вот интересует вот эта планета. Так, торговля. Я хочу с вами поторговаться. Итак, смотрим, что. За 9000 синюю скупаете. Отлично. До свидания. Пока живите, я вас пока ничего делать не собираюсь. Так. Мне теперь мои колонии нужны. Не просканировано, я понял. Так. Генератор атмосферы. Повышает плотность атмосферы. Хорошо. Покупаю. Сейчас еще одну вид, еще один вид пряности будем добывать. Так, не туда я отправляюсь. Так, еще один вид пряности надо добывать. Так, у нас. Опа, нормализовалось чуть-чуть. Так, нужны животные. Ой, это плотоядные. Всеядные. Травоядные. На планете не хватает еды. Как ее не хватает? Небольшое растение. Все, отлично. Маленькое растение мне больше не нужно. Травоядное животное, отлично. Так. А может всеядное животное сюда поместить? И всеядное. Или как? Чтобы на планете можно было жить. Повысить ее, ну, понятно. Всеядная. Надо еще одного травоядного найти. Ну, сейчас добуду травоядное животное одно.
Так, ты у меня что-нибудь хочешь купить? Ничего. Откуда у меня желтый появляется? Откуда у меня желтая зеленая пряность появляется? Я же их не добываю. Тут целая куча артефактов, точнее. Это я специально здесь. Так, ладно, пошлите искать травоядных. Вот ты у нас кто? Так, я хочу травоядного найти. Надеюсь, ты у меня травоядная. Нет, ты на... Да, травоядная, все отлично. И сейчас я тут колонию сразу сделаю. Все. Так. Мы нормализовали. Не понял. Только не говорите то, что я терроиндекс не на той планете повышал. Так и есть. Я повышал не на той планете терроиндекс. Очень жаль. Так, пускай наверх поднимается. Мне придется всех животных опять собирать. Я не на той планете, терроиндекс повысил. Но ну, хоть инструменты это я не сюда зря не тратил. Так, грузовой отсек. Так. Так, хорошо. Два вида растений я собрал. Так. Итого у меня должно 6 разных ячеек забито. У меня только 4. Еще 2 существа не нашел. Вот существ будет сложнее найти. Хотя вот они. Так, где мне... Осталось еще одно животное найти. Так, 5. Где еще одно животное искать? Проще будет слетать ко мне и взять, наверное, такую. Ладно, сейчас мы будем заселять.
Так, у нас тут очень много сообщений пришло от других план этих. Заплатите нам. Недостаточно средств. Конец связи. Игнорирует запрос. Игнорирует запрос. Так. Так, тут вроде как терроиндекс должен нормализоваться был. Он не нормализовался. Так, чуть-чуть ох... Блин, я не успею. То есть у меня не хватит денег. У меня денег не хватает. Ладно. Попробую накопить деньги, потом продолжив терраформирование. Пока пропущу этот момент. Так, в общем-то, я нашел, кого можно продать. Я вот продал только что три вот зеленые пряности моей колонии. За сколько там? За 100 с чем-то тысяч. И вот еще желтую пряность тоже за 100 тысяч продаю. Отлично. Так, а заодно я у вас сейчас куплю что-нибудь. А, у вас нельзя купить, ладно, я понял. Тут, кстати, можно было артефакт добыть, наверное. Если это, конечно, не космические пираты. Вот артефакт. Нет, это не артефакт, а что-то другое. Кристальные лазы. Так, летим. Так. Я думаю, здесь тоже надо собрать. Большое растение, небольшое растение. Маленькое растение. Травоядное животное, всеядное животное. И нужно еще одно травоядное. Так, это растение. Ищем животных травоядных, причем. Нужно травоядное животное еще одно. Где оно? Так, ну это явно не травоядное. Это хищники. Вот это может быть травоядное. Да, все. Отлично. Сейчас мы уж должны... Нет, подождите. Так. Я еще же не купил. А, так, мне нужно охлаждение. Так, охладить. А, генератор засухи, повышение плотности атмосферы. Можно, конечно, плотность повысить. Так, хорошо. Что-то у нас красную пряность никто не хочет покупать. Ой, я же на этой же планете должен добывать. Все, я понял. Так, летим вот сюда вот. Так. Думаю, все. Так. Сейчас мы терроиндекс повысим. Так, хорошо. Так, теперь надо растения сажать. Так, растения посадили. Так, это растение тоже посадил. Большое растение. Вот маленькое растение.
Так, все, травоядных надо искать. Так, травоядное животное. Еще травоядное. Так, еще одно травоядное. Ну и всеядное пойдет. Так, все. Формировал. Тактер индекс сформировался. Так, тут мы можем поставить колонию. Давайте поставим. Вот так вот. Будете мне добывать фиолетовую пряность. Так, стандартные здания, которые я всегда ставлю. Так, ну и конечно же завод. Так, смотрим, что выгодно всего. Так, нам выгодно всего... Так, вот сюда завод поставить. Сюда поставить дом. Сюда тоже дом. Сюда... Вот так вот. Так, теперь сюда мы ставим завод. Ну и пойдет. Так, смотрим, какие у меня тут остались достижения достичь. Так, чтобы получить знак отличия колонист, постройте не менее 20 зданий в колониях. Награда, средний запас прочности. Ну, понятно. Прям чуть-чуть одного здания не хватает. Заключить мир с 5. Так, не менее 20 артефактов найти. Защитник. Получить знак отличия курьер, доставьте 20. Но миллион я не заработаю пока что. Космический турист. Тоже не скоро. Исследователь, чтобы достичь знак отличия исследователь. Так, 50 систем звездных, а у меня 48, отлично. Так, я на всякий случай сохранюсь. Так, и смотрим. Так, вот давайте вот эти две системы звездные исследуем. Они прям рядом. А, это две звезды вокруг водятся. Сломен. Так, а вы еще не развиты, я понял. Вы еще на этапе цивилизации. Ну и последняя планета. Все, исследователь получил. Но еще тут не скоро. Так. Незаселенная, я понял. Это тут у нас кто? Может, вам какое-нибудь задание выполнить? Так, на первое задание какие? Так, каждому из нас найти живое вместилище для духов. Так, планета... Так, все понял. Какое-то животное надо привести. Им какое-то надо животное привести, так что ладно. Пойдет так. А может вы, кстати, у меня что-то сделаете? Так, хорошо. Злых духов я изгонять не буду. Так, торговля.
Понятно, с вами торговать нечем. Зато у вас... Опа, генераторы атмосфер дешевые. У вас генератор атмосферы очень дешевый. Потом надо будет как-нибудь слетать. Так, из... Пункт... Так, звездная система Черрир-1. Искомое существо Дождемыш. Дождемыш. Так. На планете Сиандент. Сиандент, Дождемыш. Слуномен. Так, они где-то здесь обитают. Так, задание выполнено. Все, отлично. Так, не туда. И еще. Хорошо. Так, что вы... Генератор засухи. Блин, я бы это все бы у вас купил. Надо запомнить, где вы продаете. У вас выгодно. Меня свои собственные союзники обманывают. Так, мой дом. Вот мой дом. Так, лечу домой. Так, давайте сюда слетаю. Так, теперь сюда. Так, бесплатно. Опа! Неплохо. Так, а вы что-нибудь у меня хотите купить очень дорого? Ну ладно, продаю. До свидания. Тут, кстати, есть где-то мои союзники, которые скупают очень дорого. Так, красные. Красную пряность очень дорого скупают. Есть тут союзники. Нет, это не вы. Так, торговать вы с нами не хотите, ну и ладно. Вот вы вроде у меня скупаете очень дорого. Нет, не вы. Опять всякие империи мне сообщения отправляют. Вот артефакт. Блин, я даже не знаю, кому красные пряности продать. Никто не хочет их покупать. И всем им не нравится цена. Ой, я немного недалеко прилетел, чуть дальше, и нашел, кто меня покупает. За 6 тысяч. Ну, конечно, это маловато. Можно было бы побольше найти, но... Блин, лучше вот так продать, пока есть покупатель. Пока есть покупатель, лучше продавать, как есть. Ладно. Мне уже ваши задания не особо-то охота выполнять. Так, ладно, надо терраформированием планет заняться. Посмотреть, что дороже продается. Да вы задолбали, вы только воруете у нас. Вам лишь бы украсть у нас.
Так, сейчас посмотрим, что у нас дороже продается. Зеленая или фиолетовая? О, фиолетовый дорого продается очень. Так, я займусь терраформированием, значит. Там, я знаю. Так, иду закупаться инструментами. Так. Вот у вас вроде по дешевке можно инструменты купить. Ну-ка. Опа, зеленый за 40 тысяч. Так, повышает плотность атмосферы. Не нужно. Снижает плотность атмосферы. Нет, это не нужно. Повышает температуру на планете. А, снижает температуру на планете тоже нужно. До свидания. Так, лечу заниматься терраформированием на моей планете. На второй планете в моей системе. Торговля. Так, вы у меня ничего не хотите покупать. Я понял. Так, смотрим, что тут надо. Чуть-чуть охладить, да? Так, инструменты. Так, не то. Так, ледяной дождь. И генератор атмосферы. Потом нужен только ледяной дождь будет. Ну давай, прям чуть-чуть осталось. Неужели ты не дотянул? Все. Отлично, нужно растение. Растение. Так, одно растение есть. Так, второе растение. Так, такой вид уже есть, понял. А такой? Такой тоже вид есть. Блин, есть. А, вот же тут пишут, какие есть, каких нету. Так, вот такое вот растение большое нету. Ага. Так, надо больше растений искать. Так, каких мне не хватает? Мне не хватает средних и маленьких растений. Так, средних и маленьких не хватает. Ну-ка, может, у вас тут можно что-нибудь стырить? Т2. Средних и маленьких растений не хватает. Я понял. Так. Ой, убил. Случайно. Так случайно получилось. Так, маленькое растение, большое растение. Так. Небольшое растение, хорошо, большое растение нам. Большое растение. Так, нам больше не нужны большие растения. Всеядное животное, травоядное животное. Нужно еще одно травоядное найти. Так, еще одно травоядное животное надо найти. Кстати, вот это. Кто это ходит у нас тут? Похоже на травоядных. Нет, это плотоядное, я понял. Так и думал, что это травоядное, но хотя похоже на травоядных.
Так, я даже не знаю, где еще искать. Может, вы? Все, травоядное, отлично. Так, еще можно будет одну колонию, наверное, построить. Тут, кстати, можно что-то добыть. Артефакт какой-то есть. Так, где-то здесь. А, так вот же. Нет. А где? Вот артефакт. Нашел. Только это не артефакт, это краска. Фиолетовое море можно сделать. Отлично. Так. Сейчас мы тебя стабилизировать будем. Так, растение. Небольшое растение. Так. Травоядное. Маленькое растение. Инопланетные захватчики, да? Сейчас отправимся. Так, все, мы стабилизировали планету. Так, куда напали захватчики? Надеюсь, на моих союзников. Хоть бы на моих союзников. Нет. Лучше бы на моих союзников напали. А, так они тут летают, что ли? Вот зря я вас сюда засунул. Вы вообще бесполезны здесь. Ваша колония здесь бесполезна. Меня просто по заданию сюда отправили в самом начале. Да ё-моё. Все-таки надо отбиться, я понял. А где они? И где мне их искать? Вот они. Ой, не то. Я чуть своих союзников не подпалил. А, у них что-то выпало? Так, тихо. Я понял, у них что-то выпало. Ничего себе. Моих союзников убили или как? Нас убили. А, корабль ваших союзников Жукафлёт F-28 был разрушен, однако они не погибли и были телепортированы в свои родные звездные системы. Чтобы восстановить свой флот, отправляйте к союзникам и заручитесь их поддержкой снова. Угу.
Ну-ка, иди-ка сюда. Благодарим за помощь. Без тебя бы мы точно бы не справились. Не за что. До свидания. О, кстати, а тут что-то можно найти. У них вроде что-то выпадает. Так вот же, что-то у вас выпало. Так, надо заключить союз. Так, торговля. Здравствуйте. Так, торговля. Ух ты, ничего себе. Так, отлично. Так, хочу с вами заключить союз. Отлично, это очень важно. До свидания. Так. С вами торговать хочу. Дипломатия. Так, все, корабль мы получили. Так, собираем. Так, собираем торговля. Все, начинаем развиваться. И новое звание получил, отлично. Я близок. Ну, не совсем. Ну, только нет, я не даже не близок, я полпути только прошел. Очень долго. Так. Так, тут у нас еще одна колония. Давайте с ней разберемся. Так, смотрим, что вы тут можете. Так, продаю сразу все. Так, ладно. Надо занять. Осталось колонизировать звездную систему 3. Надо 3 звездные системы колонизировать, я понял. Так, тут уже кто-то обитает. Давайте за пределы наших владений выйдем. Так, тут у нас что? Ну, блин, желтые. Плохие планеты здесь. Я на этих планетах не хочу терраформированием заниматься, слишком долго и нудно. Так. Ой. Так, вот артефакт. Пошлите дальше искать подходящие планеты для колонизации. Желтые, отлично. Тут у нас и животные есть. Так, не занятая, не занятая. Так, мы можем желтые пряности добывать. Отлично. Так, я мимо пролетел.
Так, вот, наверное. Так, еще один артефакт. Так, я хочу желтые пряности добывать. Тут тоже желтые, да? Так, ну ладно. Так, тут завершен терроиндекс. Ух ты, тут терроиндекс даже хороший. Так, ладно. Устанавливаем колонию свою. Так, звездную систему захватили. Так, вот тут у кого-то можно дешево колонии было закупать. Так. Торговля. Ну ладно. Потом еще накоплю. Так. Колония 75. Так, я куплю у вас все. Две колонии, это хорошо. Так, здесь уже обитает. Ну-ка, вот здесь есть кто-нибудь? Живой. Нет, здесь все очень плохо. Все очень плохо, я даже не хочу занимать эту колонию. То есть колонию здесь не хочу делать, не хочу здесь занимать эту систему. Занятая планета. Занятая. Птица-рыба. Ну-ка. Опа. Так, чего вы хотите? А что? А что ты тут делаешь? Ведь ты из неверных? Конец связи. Ну-ка. Я хочу с вами поговорить. А, непросвещенный посетитель, ты находишься на планете могущественной цивилизации. Сейчас мы Империя Гупер. Так, проверим, кто ты. Я веган, у меня мирные намерения. Смиренный первый шаг к познанию спория. Это большая честь. Так, задание. У тебя есть что-нибудь с заданий? Наши попытки обратить еще одну планету в истинную веру? Нет. Какой ужас, я в этом не участвую одни. Так, хорошо. Я понял. Так, тут... Нет, подождите, а вот как насчет этой планеты? Тут все очень плохо даже. Ну-ка, смотрим, а эта планета? Так, белая. А что означает белая? Т0. Т-индекс 0. Ну, блин, тут розовая пряность. А, чуть-чуть атмосферу повысить, ну и все. В принципе, нормально будет. А мы этим и займемся. Я займу эту систему. Так. Торговля. Так, вы зеленый очень дорого скупаете, хорошо. Так, я оставлю у вас артефакты. Я тут артефакты складирую. Так, кстати, а неплохо было бы тут собрать деревья. Ой. Так, немного растений. Так, почему? Вот, все, собрал. Так, тут где-то животные должны обитать.
Так, вы у нас кто? Всеядные животные. Вы, блин, не совсем подходите к нужному типу. Мне нужны травоядные. Так, вы всеядные, да. Это одни и те же. Так, травоядных давайте искать. Всеядные животные, я понял. Ах, а где травоядных искать? Что-то других животных не вижу совсем. Это тоже, это хищники. Опа. Так, это у нас плотоядное животное, травоядное, олень. Большое растение. Нам это не нужно. У нас уже есть большое растение. Нам травоядные нужны. Вон, наверное, травоядные. Травоядные, все. Пигушка. Еще одно травоядное мне нужно. Не помешало бы. Опа, тут какой-то артефакт появился. Так, вы у меня купить не желаете ничего? Опа, неплохо. Так, где артефакт? Вот артефакт. Так, нет, это какой-то инструмент. Вот, подожди, это кто у нас? Это травоядное или не травоядное? Так, такие у меня уже есть существа. Мне травоядные нужны. Так, все очень плохо. Все очень плохо. Я травоядных не могу найти. Так, моя колония здесь находится еще, кстати. Че, как у вас тут дела обстоят? А, это не моя колония. Так, повышение плотности атмосферы надо купить. Ну ладно, оставим пока. Так, травоядные животные у вас имеются на планете? Или как? Мне нужно травоядные животные. Так, ищем травоядных. Травоядных нету. Так, это у нас кто? Так, ты у нас хищник. Хищники мне не нужны, мне нужны травоядные. Травоядная, да? Все отлично нашел. Так, а где моя еще одна колония? Так. А вот я колонизировал. Так, торговля.
Опа, вы очень хорошо скупаете у меня фиолетовую пряность. Так, нет, давайте я на всякий случай сохранюсь. Сохраниться. Нет, я, кстати, не помню, но где-то я другую планету присмотрел, рядом прям. Но где именно, я не помню. Другую галактику я присмотрел, прям рядом. Может, ее уже заняли? Так. Тут с этим нет смысла. Хотя тут у нас артефакт есть. Тут планета занята, тут нет смысла разговаривать с ними. А, они еще и на стадии цивилизации, я понял. Так, где-то вот здесь. Так. Отлично. Пойду искать другую планету. Розовую пряность мы еще не добываем или добываем? Так, синие, а синие они... Плохие планеты, да? Так, синие они плохие планеты для нас, или как? О-о-о-о. Я очень долго буду терраформировать ее. Проще уж другую галактику найти. То есть систему солнечную. Не солнечная, а просто систему звездную. Так, тут у нас занято все. Тут мы уже не сможем основаться, здесь уже кто-то есть. Так, ищем артефакт. Ну или инструмент какой-нибудь. Что это такое? А, понял, это пираты. Это пираты решили на нас напасть. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.